Добрый день, вы смотрите канал Игорь из Бруклина. Начинаем распаковку жесткого диска Барракуда. Вот в такой коробочке на самом деле я диск вижу первый раз. Раньше я покупал диск просто вот в такой целлофановой оплетке и все. То есть такого ничего не было. Диск я уже распаковывал, то есть это там второй дубль, поэтому не удивляйтесь, что он распакован. То есть вот такой вот диск. Вроде как заявлен, у него 6 мегабит скорость, поэтому я думаю, должно хватить. Все, смотрите дальше.